Установка армянскими реваншистами и сепаратистами памятника нацистскому коллаборанту Гари Гиндже в зоне ответственности российских миротворцев – это плевок в лицо и Азербайджану, и России, и всем странам антигитлеровской коалиции. Как передает канал 13 со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, комментируя фотосвидетельство появления в азербайджанском городе Ходжавент бюста Нже. Эксперт подчеркнул, что армянским активистам в Карабахе стоило бы направить свои усилия на переход к мирной жизни в новых условиях, а не на подрывную деятельность против российских и азербайджанских усилий по стабилизации Южного Кавказа в послевоенную эпоху. «Я считаю, что это масштабная провокация. К сожалению, вместо того, чтобы мирно интегрироваться и жить в составе Азербайджана, организаторы этой провокации занимают по-прежнему неконструктивную позицию. Это оскорбление и Азербайджана, и России», — указал он. Гари Гиндже – это нацистский коллаборант, военный преступник, осужденный советским военным трибуналом за то, что он помогал немцам готовить и засылать диверсионно-террористические группы для совершения терактов и диверсий на территории Советского Союза, в том числе против мирных советских людей в тылу Красной Армии. Он не был расстрелян только по той причине, что тогда смертная казнь в СССР была отменена, получил длительное тюремное заключение и умер в тюрьме, напомнил Игорь Караченко. Новый памятник Нже – это все равно, как если бы установили памятник Гитлеру или Гиммлеру на территории, которая сегодня находится в зоне ответственности российских миротворцев. Поэтому это плевок в лицо и России, и Азербайджану, и странам антигитлеровской коалиции. Этот памятник должен быть немедленно демонтирован, срыт бульдозерами вместе с постаментом. Это абсолютно омерзительная акция, не должна остаться без внимания и соответствующей реакции, призвал главный редактор журнала «Национальная оборона». По оценке эксперта, подобные провокации продвигают реваншистские силы в Армении. Этим занимаются люди, которые мечтают о новой войне. Вместо того, чтобы восстанавливать Армению в пределах ее международно признанных границ, они занимаются подрывом мирного процесса. Памятник Гари Гиндже – это часть той порочной националистической идеологии, которая включает в себя и мечты о Великой Армении, и претензии на национальную исключительность, так когда гитлеровские преступники возводятся в ранг национальных героев, обратил внимание Игорь Караченко. Это событие – позорное пятно на репутации и на имидже Армении. К сожалению, она цепляется за эти символы нацистского героизма, которые во всем мире осуждаются и однозначно преследуются в уголовном порядке, заключил он. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.